кушаем супчик куриный с рисом. Оп, комарики летают. У нас хлеб, котлетки. Вот этот соус будем пробовать, который мы купили. Вот, Сергей, тоже супчик. И все, ребята, холодно, позамерзали. Я на самом деле сейчас сижу вот в кофте, у меня под низом футболка, лосинок, да. И я готова сверху куртку одеть и даже шапочку. Холодно, а сколько там градусов? Не знаю, или мы такие мерзляки, или там не так уж, 19. Да не может быть. 19, но у нас он правильно показывает. 19, а почему нас так морозит? Потому что мы, наверное, с теплой комнаты вышли. И... Может быть. Не знаю, короче, что-то ночи холодные, а должно до 15 опуститься. Так надо быстрее есть, пока мороз не настал и снег не выпал, ребята. И бежать в теплую постель, да? Да. Все, ребятки, что? После ужина у нас идет что? Завтрак. Да, так что не прощаемся, приходите к нам на завтрак. Завтрак у нас, ребята. Мы начинаем свой день с сухарей. Я шучу. Сергей кушает кашку, перловочку и котлетку. Попробовали мы вчера этот соус. Ну, короче, так, походу чуть-чуть у нас... Чуть-чуть как изжога от него возникает. Да, наверное, он пойдет в мусорку. Не, я буду есть его потихоньку. Не, ну если изжога, то нафиг его есть. Не, ну не было же изжоги. Такое ощущение, как будто изжога возникнет. Попробуешь ощущать еще раз, если да, если будет изжога, то... выкинь его в мусорку, нафиг оно надо. Тогда выкину. Так, а мы с Леной бутерброды на хлебушке. Это котлетка. Вот видите, то, что я говорила, как морковка, она вон смотрится. Если побольше добавить, оно еще ярче будет. Морковочку добавляйте, добавляйте в котлетки. Так, а, еще вкусные вчера Маша с Игорем привозили, ребята. Они не знаю, как назвать. Было больше. Как пончики. Тут внутри, вроде как на кексик маленький похоже, да? Внутри такая дырочка, но тут ничего нет. То есть оно без начинки. Но тесто такое, как бисквит такой влажный, мокрый. Вроде как пончики называются. Очень вкусная штука. Вот, обалденно. Если где увидите, покупайте. Это доедим вкусно. Сегодня, да? Да. Все, ребята, мы завтракаем и начинаем. Я начинаю заниматься аджикой. Сергей другими домашними делами, что-то траву ты собирался там территория, косить. Да. Тут пока еще не подсох раствор, надо, чтобы он высох полностью. Думали сегодня душ ставить, а там некоторые места такие толстые растворы, что он еще даже не посветлел. Надо еще сутки подождать. Ну да, придется сутки подождать. Но пока территорию буду вон косить. Да, да. Косить короче, буду сегодня. Валом, дел хватает, поэтому вот так вот такие планы у нас. А, Альма будет мне помогать. Будешь конечно. Со мной бегать, Альма? Будет сабанать. Все, приятного аппетита. Ну, я сегодня, ребятки, займусь косилом. Тут все заросло конкретно. Ножи подточил на косилке. Так что все должно улетать. Что ты там, Павка, делаешь? О, видишь, срезал кусты. Ну да. Срезай их нафиг. Ну, надо это, знаешь, чтобы у нас была такая, может, ручная коса. Так, вщух. Щух, да? Как у дедушки Вани, у соседа. Обрезай все, папка. Полностью все ненужное. На-на-на, тут деревья аж выросли вон. Все тоже срезать. Угу, видишь, абрикос сколько попадало. Так, хорошо. А я тогда занят. Ребята, ребенки. Помидоры. Мои помидоры, ребенки,
такие страшненькие от этого града. То есть, представьте, сколько это мне надо пообрезать, все вот это вот, чтобы ничего черненького не попало. Вот, короче, достала я мясорубку. Я аджику, ребята, каждый год готовлю, делаю на блендере. То есть помидорки всегда кидаю, врр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 рr Но я вспомнила, что у меня же есть здесь мясорубка. И на мясорубке есть вот такая вот насадка. Вот. Но там другая шла внутри, такая этот, такой штука. Она что-то не подходит, не ставится. Я поставила обычную, которая как на мясо, но мне кажется, это не то. Не знаю, я пару помидорок кину, просто попробую, как оно, что оно делает. Если нет, то... Блин, где это? Пипчики торчат. Вот. Если нет, то я перекидываюсь на этот блендер и все. Короче, чеснока я вчера начистила. Вот. Ну, пока вот так вот. Тут 4 головки, по-моему, чесночка. Вот. И помидоры сейчас намываю. У меня еще там 2 ведра. Короче, все это буду сейчас мыть, перемывать. Да, собаки? Вы там папе помогали? Помогали или что ли? Да. Угу. Помощники. Хорош, Альма. Уже ты надоела ему. Уже он не хочет играть. Да, Жук-Жуковский, уже скажи, не хочу, мама, играть. Скажи ей, чтоб она меня не трогала. Скажи, чтоб меня не трогала. Я уже не хочу, немножко я устал. Альма, ну хватит. Жук такой, спаси меня, мама, спаси. Спаси меня от этой бешеной сабанашки. Так, куда ж ты? Ребята, соковыжималка на мясорубке не получается. Здесь в комплекте не хватает... какой-то детали по ходу. Смотрите, вот это вот для приготовления фарша, да, штука, насадка. Есть еще одна, я понимаю, что она для сока как раз. Что она как раз для сока, вот она. Но, каким образом ее сюда надеть? То есть здесь должен какой-то механизм, какая-то этот самая... как палочка, то ли что, которая вставляется сюда и туда. Что ее будет крутить? То есть, каким образом? Смотрите, если... Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, видите? Она сюда вообще не вставляется. То есть, здесь не хватает, ребята, чего-то. Представляешь, папка? Какого-то не хватает механизма. Чтобы держал. Да? Тут, блин, не нюхай, иди. Отцарапался, она сразу зализывает. Понимаешь? Тут чего-то не хватает. Какой-то насадки, да? Да. А это весь комплект, больше ничего нема. Вот такая фигня. Угольная там фигня. Ну да, и тут. Нет, как здесь будто... больше она. Да, да. Как будто еще что-то должно быть. Вот смотри, вот на это, которое мясо кручу, видишь, тут удлиненное. Поэтому она вот, она насаживается. Так может ее снять и насадить. А как это? Она не снимается. Не, да? Снимается? Да не, она цельная. Да? Здесь вот такая еще штука. Да. А такой штуки? Сюда. Я поняла. А такой штуки нет. Ты между что, съемная нет, она? Нет, нет, нет. Здесь, видишь, другое должно, да, вставляться. Да. Это другая фигня. Короче, прикинь, и все, и я не могу как соковыжималка ей пользоваться. Вот так. Ну, вот. Странно, блин, еще она в комплекте ничего не шло. Не знаю. А где коробка? Может, в комплекте что-то пропустили? Да все, я все перерыла уже. Ничего нема. Вам кажется, что мы разобрались. Их же две, подожди, я покажу. Да, да, одна. Их же, ну, дай я покажу, бы непонятно было, что мы сделали. Их же две, вот одна, вот вторая. Видите? То есть одну вставили, оп, а это, наверное, что насаживается сюда. Ну да, по-любому. Надо ее, наверное, вытащить отсюда, насадить. О! А теперь и вот сюда. Так вот. Оп. И зажать. И все будет работать. Офигеть! Все, блин, оказалось гораздо проще, да? Разобрались. Прикольно. Все. А, вверх ногами поставили. Вот эта штука откручивай. Поставим. Стоп. Так надо. А попало оно там хоть в класс? Попало. Да, все. Офигеть, блин. Ребята, вам вообще видно? Все. Все, это же первый раз. А вот эта штука, я так понимаю, что регулировать жимы, да? Чем больше зажимаем, тем что? Ну, сейчас буду пробовать, интересно, короче.
Сейчас, ребята, я включу розеточку. Мы попробуем, что это получается. Я там часть помидор уже порезала. Сейчас мы попробуем вместе с вами. Вот мой тазик помидор. Что, включаем? А у меня что, батарея отключилась на камере? Нет, горит. А, горит, но она там ноль показывает. Сейчас выключится, наверное. Заменить тебе? Да. Ребята, вот такой вот получается жмых. Я его чуть-чуть отжала. Вот. Но это, смотрите, или я сейчас руку сполосну, или я привыкла блендером. На томатный сок получается идеально. То есть это настоящий томатный сок. Вот. А я привыкла вместе с кожурой, поняли, на обычном блендере. То мне вроде как сама консистенция для аджики именно гуще получается. Я сейчас попробую одну партию на блендере, и мы сравним консистенцию. Да, все уделалось, короче, конечно, тут. Вот. Сейчас я беру, загружаю блендер. Блин, давайте я тут вас поставлю. Вот так вот, наверное. Вы у меня постоите криво как-то, вот так. Короче, берем сюда помидорки, фигачим, и попробую, как я раньше всегда, я всю жизнь делала вот таким вот образом. Так, все, накидала, теперь закрываем, вот. И фигачим этим штуковиной. Оп, оп. И вот так вот делаем. Оп. И тоже быстро, раз и все. И посмотрим, что у нас получилось. И получается, что сама масса гуще с крупинками. Она вроде попадаются, эти кожура, но она настолько мелко этот самое. Короче, я, наверное, буду делать всю аджику на вот этой штуке. А когда буду готовить томатный сок, то, конечно, буду пользоваться вот этой вот штукой. Она больше на томатный сок, а мы аджику привыкли вот так. Все. Там уже зашумело, будет громко, ребята. Все перекручиваю на вот этой вот штуке. А эту пока помою. А, хотя можно перец болгарский вместе с чесноком, с перцем острым, можно здесь перекрутить. И будет нормалек. Я занимаюсь, вон еще перемываю помидоры, короче, помидор много. Смотрите, уже как расчищается пространство, эх, как прикольно становится, да? Да, прикольно. Сразу дышится легче, блин. Да, дышать стало легче. Да, да. Вот тут бы тоже под деревом чуть-чуть, да? Ну, здесь цветы, вот я не хочу. Не, вот это вот сорняк, это ж. Да, это понятно, это, да. А рядом? А. Вон розы. Да, там розы. Ну, аккуратно. Да, это надо. Короче, надо смотреть. Этот... О, нормалек. Под вот деревом бы косануть. Ну, смотри, классно. Да? И вот те тоже чуть-чуть. Туда прям не лезть, то потом как-нибудь вот, ладно, уберем. Да. А тут хотя бы вот это первое дерево и второе срезать секатором. Вот это вот. Сейчас. Джунгли, короче. Секаторы есть, все срезаем. Угу. Все, короче, ребята, блендером я фигачу. Получается вот такая вот. Оно густота хотя бы есть. А то на сок идеально просто. Потом сок будем делать, то классно будет. Все, у меня... Чем мне нравится делать на аджику вот эту вот массу с помощью блендера своего? Потому что безотходное производство. То есть, если я использовала 5 килограмм помидор, я получила 5 литров сок. У меня здесь есть отметина на кастрюле, и она показывает, что у меня на данный момент здесь... Что? 6 литров я сделала сока. Значит, 6 килограмм я израсходовала. Ну, там еще много пообрезалось, то такое. Вот. Сейчас намываю перец
сладкий, болгарский. Тоже на блендере сделаю, помыла уже мясорубку, не хочу. Вот, перец острый, чили, не знаю, насколько он острый, сейчас буду чистить. Надела перчатки, спасибо Ирине большое. Она прислала, сейчас покажу коробочку, вот такие вот перчаточки. А на них как раз нарисовано вот чеснок и красный перец чили. Вот, я его помыла, сейчас перечищу. И тоже на блендере и чеснок, и этот перец, все вместе. Короче, Сергей там уже почти весь сад выкосил. Умничка. Там прям так просторно стало, хорошо. Так, вычищаем. Потому что если почистить перец голыми руками, это будет капец на целый день причем. Капец, капецович. Вот. Поставила я этот томатный сок кипятиться. Он у меня разок закипит. Ребята, у меня есть на канале рецепт. Я под этим видео, если не забуду, я оставлю ссылку. Лен, что? А у нас нет листа А4 обычно? Нет. Нету, Лена. Надо? Срочно, да? Для рисунка? Ну, для задания. Так, ну, типа, надо точно квадрат. Говорит, линейку не используй, надо бумажечку. Я не знаю, мы будем вечером в городе. Поедем кота кормить. И можем заехать. Принесите листик, пожалуйста. Вывезем. Короче, главное семена все убрать, ребята. Я сейчас его еще сполосну. И классно, перчатки сняла, и все, и нормально. Можно дальше работать. Короче, я добавляю томатный. Вот что я говорила. Под этим видео я оставлю, ребята, ссылку на, как я в прошлом году делала аджику. Сейчас делаю точно так же. Но там просто есть рецепт, прям по весу. Я все взвешила, чтобы удобно было для новичков и так далее. Вот. Сейчас у меня весов нету, я без веса делаю, в принципе, на глаз, так как уже не первый раз. Вот. Там прям сколько помидор по килограммам, там, да, сколько перца. Прорезала перчатку. Йокала мене. Я добавляю томатную пасту. На такую кастрюлю у меня уйдет примерно 3-4 столовых ложки томатной пасты. Ну, она так более насыщена получается. Нам нравится. Я в прошлом году готовила, очень вкусно получилось. Даже насколько я не ем такие продукты, аджики всякие не люблю, но я ела. И мы с Сергеем вдвоем быстро приговорились, что только на ползимы хватило. Так, сейчас промываю его. Снимаю перчатки, попрорвала, вон, уже печет. Смотрите, ребята, это у меня кипятится. Ну, оно еще не закипело. Также нарезаю сюда перец просто болгарский, горсть чеснока и потихоньку добавляю острый перец. Перекручиваю и вон сюда, прям в кастрюльку какую-нибудь емкость выливаю. И так вот небольшими партиями, на самом деле, оно быстренько происходит. Раз-раз, и все нормально. Так вот. Видите, класс. Позвать папку передохнуть бы на жаре. О, другое дело, слушай. А я тогда вечерком, когда освобожусь, пообрезаю то, что там, ну, лишнее. Ну, то, что ты, этот самое. Да, некоторые вот думают, цветы, не цветы. Да, ну, вот этот уже засыхает. Его вообще можно уже срезать. Он, да, все уже отсыхает. Я это секатором я уберу. Некоторые уже этот самый. Вот это вот сорнячок торчит. Mm. Вот этот. Ну, это вечером, я же говорю, я пройдусь еще секатором. Но вообще прикольно. Классно. Сорняк убьет. Да. Обалденно. Вот эти вот сухие тоже срежу в сурпаки, yeah, видишь, да. Ну, кустик пока оставлю. Ну, и вот эти вот пальмы тоже, это секатором потом все поубираю. Mm-hmm. Ну, классно. Смотри, как мята у нас уже зацвела, короче. Mm-hmm. Слушай, а она что, самосеется? Тут вообще будет все в мяте. Ну, пускай будет. Ну, такое, да? Ее бы так веревочкой подвязать бы вокруг, mm-hmm, да, с колышками, чтобы не тот самый. Ну, классно. Смотри, и там обалденно. Спасибо. Кстати, попробовала, я ж переживаю, перец острый, не острый, который купили. Mm-hmm. Я раз на язык, блин, не острый. Взяла, надкусила, как запекло. Да? До сих пор языка не чувствую. Не обманула. Да, остренький. Вот, классно. Сразу так больше пространства стало, да? Идет, да? Майоры вон выше дерева, посмотри, да, поросли. Но все равно будем их каждый год сажать. Я, конечно, хочу с них семена, да, собрать. Они чтобы красивые. Да, так стоят сколько? Когда, да, они начали цвести, пап? Черти когда? Все лето, считай, да? Да. Все лето они цветут. Вообще обалденно. Можно здесь еще такой раз пройтись, сделать ниже посадку? А, да не знаю зачем. Так что, колодцы не будем. Через пару недель еще пройдешься. Нормально. Чего? Потопчем тут. Фу, классно, обалденно. Прикинь, вот сколько бурьян, у нас. Так бурьян, да? Ну,
Ни у кого такого бурьяна нет. А у нас есть красивый. Да, и что, он за зиму так куча перегниет. Да. И будет нормально. Опа. Закидаем. Отлично. Тут ты потерял немножко. А сейчас подберу. Так, что там у меня творится? Перекрутила я здесь перец болгарский, чеснок и острый перчик. Тут, тут у меня уже этот самый, где ложка моя? Где моя большая ложка? Уже закипает, надо. Ой, переключить его поменьше. Все, сейчас можно добавлять уже томатную пасту, ребята. И оно покипит до исчезновения пены, пока вот эта пенка не исчезнет. Сейчас я вас поставлю. Вот так. Мы сюда же приставили стол, смотрите, притащили с сада, потому что у меня мало рабочей поверхности. Поставили просто пока что сюда стол, он будет тут стоять. Так, берем большую ложку столовую и томатной пасты. Я добавлю 3-4 столовых ложки. Вот так вот, раз, два, три и четыре, прямо вот так вот. 4 ложечки. Перемешаем, чтобы там у нас ничего не пригорело. Чтобы паста томатная хорошо растворилась. И после того, как исчезнет, пропадет у нас пена, вот эта вот, да, я добавляю вот это вот. Нет, сейчас я открою свой рецепт, посмотрю, что я там добавляю. Ну, короче, да, вот это вот бабахаем сюда. Потому что в прошлом году очень вкусно аджика получилась. Я же говорю, даже Юля ела. Это нонсенс какой-то. Так, прикрою крышкой. Ну, там на улице, когда готовишь, крышкой обязательно все прикрывать надо, потому что, чтобы, не дай бог, муха, мошка какая-то, сами понимаете, чтобы ничего никуда не попало. Поэтому я сейчас, ребята, буду... Вон, принесла банки. Сейчас намываю. Вот такие буду использовать. Я раньше только в такие маленькие закрывала. Ну, то, что дома нашли, что привезли, вот такие тоже пойдет из-под томатной пасты. Сейчас буду их мыть, намывать сюда, складировать, а потом стерилизовать. Что-то в микроволновке часть, что-то поставлю здесь еще одну плиту, кастрюльку, что-то прям в воде стерилизовать. Баночки стерилизую обязательно. Понятное дело, да? Вот, вот этим буду заниматься. Ну, это все на целый день возни, конечно.